Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусный тертый пирог. Список необходимых ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Приятного просмотра! Разбиваем в миску 4 яйца, добавляем 3 грамма соли, 300 граммов сахара и размешиваем до однородного состояния. Дальше берем глубокую миску, просеиваем туда 800 граммов муки, добавляем 250 граммов размягченного при комнатной температуре жирного маргарина и хорошо перетираем все руками до получения крошки. Затем делаем посередине углубление, вливаем туда яичную массу, добавляем 5 граммов соды, погашенной 15 мл 9% уксуса, и хорошо размешиваем, пока вся мука не увлажнится. Дальше присыпаем рабочую поверхность мукой, перекладываем туда тесто и вымешиваем его руками до тех пор, пока оно не соберется в шар. Затем делим тесто на две части. Меньшую из них помещаем в пакет и отправляем в морозилку примерно на полчаса. Большую часть округляем. Помещаем в глубокий противень, присыпанный мукой. Скалку также натираем мукой. И раскатываем тесто по всей плоскости. Размер моего противня 36 на 40 сантиметров. Теперь делаем по всему периметру бортики, высотой примерно 2 сантиметра. Выкладываем на тесто пол-литровую баночку любого густого джема или варенья. Распределяем его равномерным слоем. Сверху натираем на крупной терке тесто из морозилки и отправляем пирог в нагретую духовку. Температура 200 градусов. Выпекаем примерно 40 минут до золотистого цвета. Готовому пирогу даем полностью остыть. Затем режем его на квадраты. И посыпаем сахарной пудрой. Вот и все. Очень вкусный тертый пирог с вареньем готов. Вес такого пирога примерно 2 килограмма. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.